Саженцы крупноцветкового клематиса Bell of Woking, Clematis Bell of Woking, привлекательны своим декоративным видом. Лиана средней длины, около 2-3 метров. Цветки махровые, в диаметре достигают 14 сантиметров. Окраска лепестков сиренево-стальная. Серединка желтая. Первая волна цветения приходится на май и июнь. В августе и сентябре появляются одинокие бутоны. Клематис хорошо себя чувствует на солнце и в полутени. Но от палящих полуденных лучей его лучше прикрыть. Предпочитает суглинки и плодородные сопесчаные почвы. Нуждается в слабой обрезке, достаточно укоротить побеги, оставив лиану длиной около 1-1,5 метра. Клематис крупноцветковый Bell of Woking – это многолетнее растение высотой 250-300 см. Лиана лучше всего подходит для живых изгородей. Клематис прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола клематис крупноцветковый Bell of Woking можно отнести к группе лианы. Тип роста этого симпатичного растения – средний, сильнорослый. В качестве места выращивания клематиса прекрасно устроит открытый грунт. Расцветает клематис крупноцветковый Bell of Woking в месяц июль-июнь-август. Цветок окрашен в цветки серо-стальные, махровый цвет. Интересные цветы клематис могут быть до 10-18 см. Клематис крупноцветковый Bell of Woking создал G. Jackman & Son, Великобритания. Создан сорт был год 1881. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.